Героиня нашего следующего сюжета – Сари Кантова, консул отделения Финляндии в Мурманске. Она приступила к обязанностям всего месяц назад. Но в городе не впервые. О переезде в Заполярье, новой должности и планах на ближайшее будущее Сари Кантова рассказала нашей съемочной группе. Дорога из дома только 30 секунд, потому что там живу и 30 секунд и работаю. Новая хозяйка нового дома Сари Кантова приступила к обязанностям консула всего пару месяцев назад, а буквально накануне ее приезда в июне отделение консульства Финляндии в Мурманске отметило новоселье. Здесь все как дома, отмечает Сари. Сдержанный скандинавский дизайн, современная эргономичная мебель, большая поклонница кофе, даже любимую чашку привезла с собой. Вот это русский империал. Но и только у меня вот только два вот такие, потому что я не искала, еще не нашла. И если кто-то знает, где возможно искать вот такие чашки, звоните мне. По-русски говорить получается пока не очень хорошо, но это дело времени. Непростой и красивый язык Сари изучала в университете в финском городе Турку. Желание понять русскую речь появилось после просмотра популярного советского кинофильма. Это было 35 лет назад. Я выдала Финляндии в телевидении советскую музыкальную мини-серию. Три части, Д'Артаньян и три мушкетера. И это мне очень понравилось, и я хотела узнать песен. В этом году Финляндия отмечает 100-летний юбилей независимости. Культурные события, посвященные этой дате, пройдут и в Мурманске. Одно из них – традиционный фестиваль финского кино. Большое интервью с Сари Кантовой смотрите в эфире Arctic TV в программе «Проще говоря».